Всем привет, с вами Дмитрий, канал LEGO Crazy Motion, и добро пожаловать на очередной обзор конструктора LEGO. Сегодня у нас долгожданные Звездные войны. Ну, как вы помните, давным-давно в далекой галактике бушевали, собственно, они и бушевали. Итак, у нас новинка 2017 года, которая еще не поступила даже в продажу. Очень крутой набор и прям вот совсем настолько горячая новинка, что аж даже дымится. Давайте посмотрим, что же у нас такое. Это квадджампер Джако, артикул 75178 для детей 8-14 лет. Что можем сказать по поводу этого набора? Это у нас корабль из 7 эпизода. И выгодно он отличается от тех кораблей, которые мне уже, честно говоря, немножко поднадоели. Это X-Wing, всякие Y-Wing и Тайфайтеры. Здесь у нас оригинальная очень конструкция. И замечательно, что появился такой корабль. Значит, в комплекте 4 фигурки и один дроид. У нас Рей, Финн, BB-8, головорез Ункара и штурмовик первого порядка. Эмблема Дисней, эмблема Звездных войн. Собственно, все на своих местах. С обратной стороны у нас, как водится, функционал. Сейчас не хочу акцентировать внимание, это потом будет некая такая фишка-сюрприз. Ну и, собственно, все. Давайте соберем этот набор и его посмотрим. Однако, перед обзором есть небольшое объявление для всех фанатов культовой саги. Если вы будете в Москве 20 и 21 мая, то вам крупно повезло. У вас есть шанс посетить праздник LEGO Star Wars на ВДНХ. Яркой фишкой праздника будет радиоуправляемый робот R2-D2, собранный из, только вдумайтесь, собранный из 21 тысячи кубиков LEGO. И он сможет сам передвигаться и даже общаться с посетителями на своем языке. Всего 2 дня копия знаменитого дроида будет ждать вас. Собственно, меня тоже будет ждать, ибо, несмотря на свой переезд и кучу коробок, я попробую вырваться на пару часиков и посетить этот праздник. Для юных фанатов саги запланированы курсы джедаев, захватывающие испытания, ну и счастливчики получат в конце призы и дипломы. А посетители постарше смогут поучаствовать в строительстве 3D-фигур Дарта Вейдера и магистра Йоды из кубиков LEGO. А еще можно будет порубиться в компьютерные игры на соответствующую тему. Короче, будет классно. Если вы все-таки найдете время посетить праздник на ВДНХ 20-21 мая, то обязательно жду ваши фотографии потом в своей группе ВКонтакте, чтобы вы могли поделиться с остальными. Ну а теперь переходим к обзору. Значит, собирался набор вот по такой одной инструкции. Практически все то же самое, что и на лицевой стороне коробки. Наш кораблик, головорез Ункара за штурвалом. Собирался из 4 пакетиков, как вы видите. Конструкция достаточно интересная и очень-очень функциональна. Про это сейчас я подробнее все расскажу уже при обзоре. Здесь рекламки, как всегда, и компьютерных игр, и новых наборов, список деталей. Большое количество запасных частей, которые остались. Я даже перепроверил, все ли я поставил на место. Но вроде как все, куча деталей еще и осталось. Это всегда плюс. Так, инструкцию откидываем, детальки откидываем и достаем-ка мы наш набор. Начнем мы, наверное... Давайте начнем с фигурок. Ну и первая фигурка — это у нас штурмовик первого порядка в классическом белом таком комбинезоне, точнее в белой броне. Сзади у него какой-то там рюкзак, шлем узнаваемый, очень хороший, кстати, в моей классификации шлемов. Он теперь держит первое место со шлемом классической классики, собственно, из первых 3 фильмов. Ну и обычный бластер в руках. Лицо узнаваемо, давайте ему шлем оденем, потому что в основном все-таки эти штурмовики шлемы не снимают. Вот так вот он выглядит. Вот вообще теперь абсолютно узнаваемая картинка из фильма. Очень хорошая фигурка. Думаю, что многим фанатам «Звездных войн» именно вот штурмовики первого порядка сейчас нравятся больше всего. Ну и после штурмовика первого порядка давайте посмотрим еще одного штурмовика первого порядка, только бывшего. Это у нас Финн, один из главных героев. Идет в узнаваемом таком жилете или куртке с хорошими принтами сзади, спереди, кармашки, нашивки какие-то, зиппер. В общем, все очень круто сделано. Узнаваемая прическа его черная. И давайте посмотрим, у него 2 эмоции. И сейчас мы его поставим вторую. Бум! А вот и вторая, немножко такая вот агрессивная, не то чтобы испуганная, но какая-то, в общем, обеспокоенность у него на лице уже появляется. Это у нас вторая фигурка по имени Финн. Следующий идет у нас Рей с ее знаменитой прической. Классная деталька с прической получилась. Холщовая одежда, такая на манер римской такой туники. Жезл или шест в руке, да, не жезл, конечно, шест в руке.
Ну что еще про нее можно сказать? Лицо тоже такое веснушчатое, похожее на актрису в фильме. Фигурка имеет две эмоции. Первое лицо спокойное, и второе вот такое вот немного хмурое. Не сильно, кстати, отличается. Нет какой-то, нет сильного перепада в эмоциях. Нет яркой такой вот агрессии. Просто лицо хмурое. Вот. И последняя фигурка из таких вот гуманоидообразных, скажем так, человекоподобных, антропоморфных. Это у нас головорез Ункара. Мега крутая фигурка. Прям вот шикарно подходит для какого-нибудь апокалипсиса. Значит, здесь оборванные одежды, мы видим потрепанные весьма, потрепанные жизнью, не знаю, человеком это сложно назвать, шрамы какие-то на голове или бинтами все обмотано, единственный глаз торчит сквозь все это, в руке пистолет, шикарные принты, блеклые, песочного цвета, прям смотришь на фигурку и сразу понимаешь, что вот этот человек в жизни многое что испытал. И, кстати, я ноги перепутал с Рей. Только сейчас, глядя на коробку, я понял, что как-то я невнимательно. Пардоньте, сейчас мы все исправим. Да, все-таки, наверное, головорезу лучше быть с коричневыми. Хотя тоже подходило, знаете, вполне даже органично. Вот, но просто у Рей здесь как бы продолжение ее халата. Так что, да, извини, головорез, но мы у тебя заберем ноги. А ему все равно, кстати, было, что с халатом, что с коричневыми ногами. Вот, значит, здесь у нас сзади капюшон, как мы видим, на торсике. И, собственно, все, спереди, сзади посмотрели. И перед обзором корабля остался у нас последний, это дроид BB-8. Дроид, который многими уже воспринимается как R2-D2, то есть стал любимчиком, очень много игрушек вышло с этим вот дроидом, и в Лего очень многие хотят заполучить эту фигурку. Она состоит из двух частей, как бы сам шарик, который по идее крутится, и вот такая вот сверху нашлепка, которая никуда не девается, пока он с помощью этого шарика передвигается. Интересная задумка дизайнеров, клевая фигурка, даже не фигурка, не знаю как это назвать, но короче идет в списке фигурок. Вернись. Вот такой вот дроид BB-8, узнаваемый абсолютно как из фильма. Все, теперь переходим уже к кораблю. Ну вот он наш летающий пепелац, который называется Quadjumper Jaco. И это очень интересный экземпляр, не похожий по форме на другие корабли, чем, собственно, меня и подкупает. Яркий, отличная цветовая гамма, а главное, что он очень похож на корабль из фильма. Не знаю, помните вы или нет момент, когда у нас Рэй и Финн, например, бегут, там, убегают от тайфайтеров, которые все вокруг обстреливают, и они как раз взрывают этот самый Quadjumper Jaco, на котором они хотели сбежать, после чего они уже бегут в сторону тысячелетнего сокола, который дальше и улетает. Надеюсь, это был не спойлер. Значит, что мы видим? Значит, турбины. 4 принтованные детали. Я очень рад, что это не наклейки. Это очень полезные детальки, которые можно потом использовать уже в своих самоделках, в самолетах, космических кораблях. Реально, как вот винты в турбинах шикарно смотрится. Открываем стекло. И здесь видим место в кабине для двух человек. Однако, посадить фигурку сложно. Леговцы все предусмотрели. Поднимаем дальше, и у нас вот уже полноценный доступ. Мы видим, что мы можем спокойно посадить две фигурки. Полноценные места для них есть. Две наклейки, которые обозначают место пилота и типа управление кораблем. Значит, здесь, допустим, у нас... Ну, можно было, конечно, посадить Финна и Рэя, но они не сидели там по фильму. Свет здесь. И вот это, я не знаю, наверное... Я не понял, для чего это, как бы оно двигается, но фишку не осознал. Наверное, это ступенька просто, и она поднимается, когда люди заходят в корабль. То есть перед взлетом раз и поднялась, что ли. Да это не оружие, вроде и не подставка, как бы она так стоит. Вот, короче, не знаю. Дальше смотрим. Корабль вроде как очень неплохо вооружен. У нас есть две пушки длинные по бокам. Плюс обычные теперь уже шутеры такие леговские, я просто пины не вставил, которые находятся тоже по бокам. То есть по две пушки с каждой стороны. Наклейка здесь, какое-то табло сверху находится. Лопасти или крылья, закрылки двигаются, не знаю как назвать, это сложно сказать. В общем, закрылки двигаются, в игре можно использовать, как вы летите, там
Ну, это не подставки для того, чтобы приземляться, но все равно в игре можно как-то их вот, как будто вы изменяете угол наклона при полете. Очень крутые наклейки на вот этих больших турбинах. Как будто здесь все ржавое, металл помят, провода. Наклейки одинаковые с двух сторон, но выглядят из-за того, что они немножко по-другому расположены, выглядят как будто разные наклейки. Очень-очень классно сделано. Соответственно, здесь тоже все эти закрылки двигаются сверху, снизу. Очень-очень все прикольно. Так, дальше что у нас сзади? Сзади 4 турбины, вот откуда здесь должно пламя вырываться, когда корабль летит. Ну и плюс, кстати, вот маленькие еще пушки, я не сразу на них обратил внимание. Да, здесь же тоже еще на крыльях пушки, то есть корабль как-то очень круто мега вооружен. И это еще даже не все. Здесь какой-то товарный отсек, где перевозят грузы, грузовой отсек. Фонарики для подсветки, чтобы ночью загружать, разгружать. И давайте посмотрим, что же внутри. Мы открываем и видим, что там... Так, не видим. Так, у нас, чтобы опять доступ был, поднимаем. Вот, все предусмотрено. И у нас тут можно посадить человека и очередной шутер. Здесь уже даже и, собственно, и спином можно выстрелить куда-нибудь. Куда-то выстрелили. Значит, здесь очередной шутер, который двигается вверх-вниз, поворачивается вправо-влево. И место для одного стрелка. То есть в грузовом отсеке тоже можно посадить фигурку, которая будет сзади отстреливаться, как у какого-нибудь Юнкерса, там, не знаю, Уилл 2. Вот, в тех, кто в хвост зайдет, можно отсюда стрелять. Есть крепление для того, чтобы поставить световой меч или бластер. Ну и здесь вот маленькая деталька принтованная, ее вообще не видно. Я даже удивился, что леговцы так сделали. Принтованная деталь с каким-то там пультом и кнопкой, что-то еще светящееся. И все это в таком месте, где особо даже и не рассмотришь, и не достанешь ее. Вот, короче, такой вот квад-джампер. Очень интересной формы, красивые цвета, повторюсь, классный кораблик. И есть еще одна у него скрытая интересная функция. Значит, она воспроизводит сцену из фильма. Они такие бегут. Нет, они, по-моему, не кричали, они что-то другое кричали, типа «Быстрее!» Нет, все-таки видимо, было. И в этот момент TIE Fighter заходит на этот квад-джампер и стреляет в него. И квад-джампер делает следующее. Он разлетается. Собственно, здесь та же фишка. Типа взрыв, и он разлетается на крупные части. Как вы видите, это реализовано с помощью такого шарика со штырьком. При нажатии с двух сторон вот выскакивают, я даже не знаю, как назвать эту деталь, в любом случае она вот выскакивает, выдавливает и, соответственно, выстреливает эти блоки. Ставится назад они очень легко, это не поломка корабля, это просто вот игровой такой очень крутой элемент, когда можно изображать подрыв квад-джампера Джаку. Очень классно сделали, хорошо, что позаботились о фанатах, которые помнят этот момент из фильма. По фигуркам набор очень хороший, особенно если у вас раньше не было главных героев, то однозначно это просто набор must-have. И сам квад-джампер очень прикольный, ну и подбор фигурок замечательный. Все, значит, ребят, 20-21 мая, может быть, там встретимся, обещать не могу, но я попробую, все-таки у меня тут, видите, свои немножко личные проблемы, но я постараюсь вырваться. От вас же, если вдруг я не буду, то надеюсь получить фотоотчеты в группе ВКонтакте, чтобы хотя бы посмотреть и позавидовать, что вы там были. Ну а на сегодня все, ставьте лайк, если вам понравился этот набор, и до новых встреч на канале, всем счастливо, увидимся, пока!